выставку посвящает своей замечательной подруге Любови Пакуль, дочери художника. И то, что мы сегодня показываем, мы сумели собрать, сохранить и показать сегодня зрителю. В этом заслуга нашего директора Василия Васильевича Пушкарева, который очень ценил искусство Вячеслава Пакуля, и дочери, которая подарила этому музею 15 работ, сумела сохранить. Добрый день, художника, и покажет его подлинный талант и его заслуги перед нашим искусством.